Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Чувства. Читает Евгений Прасов-Брушковский. Подумаешь, к чему все эти бури? Гроза страстей. Мне так легко с тех пор, как на тебя упал мой бедный взор и плавать стал очей твоих в лазуре. Мне кажется, я так тебя люблю, так хорошо мне было бы с тобою, так по себе, что я с моей судьбой поладил бы. И на душу мою сошла бы та спокойная отрада, то тихое довольство добрых душ, которого не трогай, не нарушь, и ничего уж более не надо. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова. Под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 1. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф. 1902 год.